77 килограммов Дебцов Егор, победитель схватки за бронзу. Егор, категория в стране очень плотная. Два лидера, два чемпиона, даже какое? Три чемпиона мира действующих. Как в такой категории выступать? Это мотив для тебя, чтобы выиграть у них? Ну да, мотивирует. Нужно, значит, еще больше заниматься, стараться. И тогда все получится. Будем надеяться, что будем составлять конкуренцию. Доводилось бороться с лидерами сборной и каково это? Ну да, вот с Романом Власовым боролись на Кубке России. В финале я проиграл ему. И вот сейчас вот с Александром Чехирином тоже проиграл ему. Сильные. Тебя не смущало, что соперник по бронзовому матчу буквально вот недавно выиграл у чемпиона мира Лобазанова Чингиза? Ну нет, не смущало. Он молодой спортсмен. Мы с ним тем более уже встречались, боролись, как бы настраивался, но он хорошо тоже борется, бился хорошо. Ну, как бы нет, не смущал.